Правительство региона обсудило план мероприятий по снижению количества лесных пожаров на период с 2023 по 2030 годы. Его разработал Департамент недропользования и природных ресурсов Югры. В документе описаны предложения о внесении изменений в действующее законодательство. Они позволят повысить оперативность доставки спецтехники на лесные пожары. Также для повышения эффективности ликвидации ЧС предусмотрено выделение средств на обучение работников Центра «Спас Югория», увеличение группировки парашютной службы региональной авиалесоохраны. Для развития системы мониторинга и оперативного обнаружения возгораний предлагается установить систему видеонаблюдения «Лесохранитель» и внедрить ее в комплекс «Безопасный город». Представленный план участники заседания одобрили, ряд предложений направят в Главное управление МЧС России по Югре и Министерство природных ресурсов и экологии России. Основной вопрос повестки заседания: принятие решений, направленное на снижение количества площади лесных пожаров, обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, объектов экономики, не прикрытые подразделениями пожарной охраны, повышение эффективности тушения лесных пожаров.